Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе. И не так давно мы с вами играли в игру, которая называется Cat Mario. Но это был, правда, Мемис Марио. Ну, в принципе, практически одно и то же. Игра, которая известна всем тем, что там очень много троллинга, эта игра очень сильно взбесить может. Но и бывает вообще... Но она не такая сложная, в принципе, ее на самом деле можно пройти. Может быть, я вторую часть даже как-нибудь сделаю. Были такие вот игры, несколько лет назад случился такая вот игра, Flappy Bird называется. Там, короче, управляешь птичкой, летает птичка, нажимаешь по экрану, она поднимается вверх, и там между труб надо было проходить и набрать больше очков. Эта игра многим геймерам нервы перемотала. Я в нее много не играл и так не реагировал, как некоторые, на эту игру. Но эта игра была очень простая, и задачу такую перед собой не ставила. Там просто летаешь и очки определенные собираешь. А что, если я скажу, что есть такая игра, которая ставит перед собой цель бесить тебя каждую секунду? Короче говоря, эта игра для Android называется Trap Dungeons 2. Я в нее играл в 2018 году на канале, но там говёный, я с андроида снимал, звук был говёный, тихий и так далее. Сегодня будет получше. Короче, эта игра вообще просто жестокая, я не до конца тут помню, какие ловушки, но надеюсь помню. Посмотрим, что у нас тут на главном экране написано. Подпишись на PewDiePie. Зашибись. Шрифт, кстати, как в Майнкрафте. Какой-то тут магазин, отключить рекламу. Я выключил интернет, кстати, потому что тут до хрена рекламы. Выбрать персонажа. Ну, пофигу тут. Настроечки, там вот только звук настройки. Это другие предложения. И оценить игру за маяками. Нажимаем старт. Выбираем New World или Classic. Давайте Classic. Я выключил музыку в игре, потому что она какого-то фига защищена авторским правом. Непонятно почему. Последнее обновление было довольно давно, и, видимо, это обновление было новогоднее. И что-то разработчик решил не обновлять игру до нормального, обыкновенного обновления и не убрал снег отсюда. Не знаю почему. Короче говоря, такая вот максимально упоротая хрень. Опа. Видите, что творится? Тут тоже троллинг на каждом шагу. Да блин. Кстати, когда играете в эту игру, ну хотя не рекомендую на самом деле вообще в нее играть, троллинг какой, видите, надо перепрыгнуть эту штуку, я так понял. Блин. Не играйте со включенным интернетом. После нескольких смертей будет вылезать видеореклама, которая очень бесит. Так. Оба. Блин. Так, ну... Да... Что ж такое, а? Да ёп... Блин, у меня последняя жизнь осталась. Гейм овер, блин. Ну тут надо рекламу посмотреть, чтобы рематч сделать. Ну, придется начинать заново. Ну ладно, давайте заново. Почему бы нет, блин? Эта игра является клоном, блин, игры под названием Trap Adventure 2, которая вышла на iOS. Там она была такая максимально упоротая 8-битная хрень. Вилсаком у себя на канале ее показывал. Смешной выпуск достаточно ее получился. Да блин. Да. Какая сложная игра, а? Да. Твою мать. Нет, видите, что творится? А, да. Что-то он не допрыгивает до нее нормально. О, наконец-то.
Шар катится. Это вам... Это хуже, чем Кэт Марио. Тут вообще бесить тебя будет постоянно. Гейм овер, блин. Вот бесит, что заново начинаешь каждый раз. Trap Adventure 2, она такая 8-битная еще была графика. И звук тоже. И она, кстати, платная была еще. Там в начале меню выбираешь режим. Last Chance режим и нормальный режим. Нормальный режим стоит 75 рублей. Last Chance мод, он отличается от обычного тем, что там одна жизнь. И там, соответственно, хрен пройдешь с одной жизнью-то. Да твою мать! Да твою мать! Господи, какая сложная игра, меня прям уже бесит. Да! Что-то он не... А-а-а, вот оно что. Да гейм овер! Да твою мать. Так, ну вот здесь надо залезть вот сюда. В Trap Adventure 2 там такие же самые были уровни, только там графика была другая. Графика там была поприкольнее на самом деле. О-о-о, получилось, получилось. Так, я так понимаю, надо вот так действовать. И чтобы она, короче, ломала всю эту хрень. Так, вот только шарик этот может нас взорвать. Так что надо по-быстренькому туда завернуть. Извините, извините, извините. Но, блин... Да твою мать! Я уже эта игра бесит, честно говоря. Тихо, 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 тихо. О, ну зашибись, шарик улетел туда. Так, а тут уже плавательный... а чё ж... Так, а чё ж шипами-то делать? А, вот. А, все, понял. Да. Да твою же налево. Гейм овер, блин. О, господи. Вот зачем я это скачал? Нафига мне это надо вообще? Объясните мне. То, что только что казалось супер сложным. Теперь уже вроде бы проходится более-менее. Чё? Дай! Да твою ж мать! Сразу два... Да три подряд сразу! Если будете играть с интернетом еще, то это будет еще же... Что за дичь вообще? Да твою... Хорошо, хоть игра бесплатная. Ну, мы попробуем сейчас пройти. Сейчас, конечно, я не уверен, что получится нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, получилось. Так, шарик спауним. Блин, давай-давай-давай. Да твою... Как же меня это бесит, а? Чик. Поскольку Trap Adventure 2 вышла только на iOS, разработчики какие-то решили сделать, как-то портировать на Android и сделали вот такую игру. Даже кнопки так же выглядят, кстати. Да, теперь уже проходится это на раз-два.
Rap Adventure 2 немножко посложнее было на самом деле, чем вот это. Давай, давай, шустрее, давай, давай. О, хорошо. Видите, с какой скоростью он двигается, шарик этот. Да твою мать. Да... Да твою ж налево, ну как эти шипы-то пройти? Чё-то мне непонятно вот вообще. Ну блин, да как это пройти? Ну серьезно. Что-то я не втупляю. Гейм овер! Ой, какая сложная игра, реально, не качайте такую игру. Блин, да... Я посмотрел рейтинг у этой игры. Там низкий довольно рейтинг. По-моему, 2 с чем-то. 2 звезды с чем-то. Оценка у нее. Не просто из-за сложности уровней, а из-за рекламы, которая постоянно вылазит. И с интернетом играть ее нельзя. Потому что будем постоянные рекламы смотреть. Trap Adventure 2, кстати, шарик вот этот вот, который... Вот этот вот. Он там медленнее. А еще такой баг случается, когда шарик может... Он там вращается, по сути, и он может просто зависнуть где-нибудь в воздухе и просто летать кругами и делать прохождение невозможно. Да твою мать, надо немножко сюда сдвинуться. Да как это пройти-то, серьезно? Надо чуть-чуть повыше, наверное. Да твою ж мать, а. Ну вот как? Блин, надо нажимать посильнее эту кнопку. Сейчас попробуем, сейчас попробуем. А, еще и воздух заканчивается. Да, господи, как я задолбался уже в это играть, честно говоря. Почему музыка под авторскими правами? Мне тоже непонятно. Вау, отлично. Так, спауним шарик. Он просто туда-сюда двигается, блин. Да блин, ну что за дичь, а? А, я же могу... А, я же могу вот так опускаться. Надо нажимать эту кнопочку побыстрее. Так, вверх, вниз, да... Да твою мать. Как это бесит и меня, эта игра. О, наконец-то. Вот сюда надо зарулить. Да... А, вот теперь уже это проходится на раз-два. Давай, 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 давай. Опа-на. А что там еще? Не было разве еще? Так, ну давайте попробуем. Да твою ж налево, ну как это? Так. Ну ладно, ладно, ладно. То есть я так понял, надо... Да твою ж налево, ну...
Ладно, давайте еще одна попытка и хватит. Что-то пропуск локации какой-то произошел. Там, по-моему, была еще одна локация же. Которая каким-то образом, каким-то багом пропустилась. Ай, блин. Давай, давай, шустрее. Давай, 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 давай. Да твою мать. Так, чтоб шарик этот покатился сюда и... Опа. Так, спауним шарик этот и... Нет, 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 нет. Нет, 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 пожалуйста, не трогай меня. О, теперь это уже... Теперь вот это уже проходится на раз-два. Да, видите, вот локация пропущена. Блин. Да твою мать! Ну ж как так-то? Да, блин. Чё не так-то с этой игрой? Да твою ж налево, а? Ай, две жизни осталось. Ну и пошли мы нафиг. А теперь предлагаю посмотреть на то, что такое New World. Давайте посмотрим, что такое New World. Я такое вообще не играл. И не видел. Что это за New World? Какие тут, блин, подставы будут? Да блин, и чё, они на каждом шагу, что ли, будут? Ну и как же так-то, а? Мне чё, интернет отключать, что ли, надо? Я перезапускал эмулятор просто в тот раз ещё. Поэтому она, Wi-Fi включается сам автоматически при перезапуске. И как пройти-то, я не пойму, что-то. Тут нельзя. Так, может быть... Может, туда вниз? Да нет. И чё, и как? Центр может... О-о-о-о. Блин. То есть в центр можно прыгать. А ни на какие другие блоки нельзя. Твою ж мать. Да блин. Ну нафиг, короче, надоело. Надоело. А теперь давайте вместе с вами посмотрим, что там дальше. Что там дальше на этих уровнях пойдет. Прямо сейчас вместе с вами посмотрим. На ютубе. Тут чувак спидранит. Видите, как он прям все делает. Ну-ка, давайте посмотрим, что там дальше будет. О, меня почему-то сразу на эту локацию перекинуло еще тогда. Да, надо в определенную куда-то... Надо куда-то в определенную именно местность нырнуть, блин. Это, конечно... Странно, очень странно. О боже ж ты мой, ну капец. Она летает еще, вот эта штука. Так, а тут взрывать надо. Кругом подставы, серьезно, блин, ну кругом тут подставы. Нифига себе, это электричество такое. Ух, ёшкин кот. Даже спидранеры не могут без смертей пройти.
такую игру. Супер-пупер сложная игра. Ох, ёшкин кот, ох, ё-моё. Тут, кстати, не без снега. Тут без Нового года. Без Нового года. Пианино, блин. Все. Это все? Что там написано? Спасибо. Ну и все. Блин. Ну нафиг вообще, серьезно. Ну нафиг вообще. Как-то сложно вообще. Давайте посмотрим теперь New World. Другой персонаж, кстати, тут. Давайте посмотрим, как это надо проходить. Даже первый уровень, как проходить надо. А, вот так вот надо, да? Не, офигенно. А, она рандомная? Ну, точнее, не как рандомная. Она... А, тут еще на невидимость надо полагаться. На память, в смысле, какую невидимость? Че это? А, это что за хрень? Че за трубы? А, это как в Марио? Трубы. Еще одна кнопка, блин. Adventure 2 вот этого New World режима не было. Там только был один режим. Это вот этот простой игровой режим, который мы с вами играли. Капец, какой вообще серьезный. New World я серьезно не видел. Вот оригинальный режим я видел. Trap Adventure 2 видел полное прохождение. В Trap Adventure 2 там, кстати, уровней было больше. Я даже... О, я наверное, Trap Adventure 2 сейчас покажу. Чтобы вы знали. Ну, может, просто кто-то не знает. Как это вообще возможно пройти, а? Если ты не такой человек, как этот спидранер. Но зашибись. После этой игры точно психом стать можно. Да, спидранеры умирают иногда тоже. Я думал, он не сдохнет. Я бы очень удивился на самом деле, если бы он ни разу не сдох. Ну, это не удивительно, потому что такая игра, это тьфу, кошмар. Шарики, да, кстати, блин, и загрузка рекламы вот это. Да, реклама, которая постоянно. Но он умер пару раз всего, и поэтому реклама выскочила только сейчас. Да, не, ну нафиг вообще, ну нафиг вообще, серьезно. Даже черный плащ на Дэнди так не бесил. Вообще тупая абсолютно игра, реально, не качайте ее. Ни в коем случае. И как? Опять реклама. Тут что-то непонятно вообще, как там пролететь. Давай, 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 давай. Сколько ждать? А, в трубу надо, наверное. Точно. Блин.
Давай, 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 шустрее, да? Как так-то, блин? Действительно, видите, сложно. Это еще сложнее, чем оригинальный режим. А, и как можно догадаться о том, что здесь есть прозрачные эти кирпичики? Одна жизнь осталась, если он сдохнет, то это вообще пипец будет. Все? И это было типа все реально? Все, ну зашибись. Ну и давайте посмотрим Trap Adventure 2. Как выглядит. Он на iOS. Вот видите, запускаем игру. И здесь Normal мод. Изначально он платный, он стоит 75 рублей вроде. Last Chance мод — это одна жизнь, по сути. Он бесплатный. Видите, кнопки такие же. Ловушки те же самые. 8-битная такая хрень. Вот эта ловушка отличается немного тем, что в яму не запрыгнешь тут. Блок болгейм. Музыка здесь, конечно, атас, блин, я отвечаю. Да, вот те же самые локации, но здесь... Этот режим подлиннее, чем в Trap Dungeons здесь. Локаций тут больше, сейчас все увидите. Капец. Да, тут на каждом уровне еще музыка своя. А вот... О, вот это вот я не помню. Трэм... Вернее, это было, но вот этой крутящейся фигни не было. А так и вот это было. Да, вот еще вот такая вот реклама выскочит сверху и помешает. Ну а Trap Dungeons, не, вот эта фигня не светилась. О, вот этого вот не было. Ой, что творится? А что было бы, если бы звездочку ту взял бы? Интересно, сколько процентов людей проходили эту игру целиком? Ну, вот такая вот игра, капец. Ну нафиг вообще, я так проходить не буду. Это вообще невозможно, мне кажется. Ладно, все. Такая вот игра, ни в коем случае не качайте ее. Ну нафиг вообще, серьезно. Че я этой игре могу поставить? Этой игре я ставлю минус. Священный минус. Ну ладно, на этом все. С вас лайкос, подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, также подписывайтесь на канал с удаленными видосами и на группу ВКонтакте. Всем пока!